пришли ребята. Ты что, бля, там лупят. Город Краматорск горит. Мне очень жаль за то, что были жертвами, мы правда не знали об этом. Что погибли люди, что погибли военные. Мы думали, что это учение было. Когда узнали, что это ну, не учение, мы сразу удалили эти видео. В YouTube выливал не я видео. Я сожалею о том, что мы как смеялись, а мне тяжело ну, за тех людей, которые погибли. Но я не знал, что это. Ну, это просто учение. А то, что мы ржали, это как состояние эффекта было. Больше особо ничего такого не было.